Угадайте, где мы? Мы в Твери. Такое небо клевое, да? Красивое вообще. Смотрите, вот сюда вот заехали, чтобы просто... В общем, сами знаете, в дороге что хочется. Пойти в туалет и покушать. Вот. Так что мы тут едем в Тольятти. Машель, пригнись. Ну ладно, там детская площадка, видите, вот тут. Там Декатлон еще даже есть. Чуть-чуть приблизила. Вот. Сделаем. Тут зайдем, да? Открывайся. Дын-дын. Наверное, там вот туда все идут. Тут закрыто. Закрыто тут. Ой, я, наверное, еще рано. А может, нет? Да. Там закрыто еще. Главное, на втором этаже где-нибудь еда. Есть второй этаж? Вот, давай посмотрим. О, тут чего-то там. О, еда тут. Значит, туда идем. Туда надо, до упора. Велики. Смотрите, какой закат! Мы находимся сейчас в Рязани, проезжали там, на площади были поющие фонтаны, они так вверх-вниз, так красиво поднимались, розового цвета, подсветка там красивая. А сейчас мы, в общем, находимся вот, видите, тут рядом дорога, машины едут. Мы, в общем, хотели зайти в Макдональдс, чайку попить. И отдохнуть немножко, ножки размять. Потому что устали очень. Идем вон туда, там вот он, вон туда сейчас. Какое место? Находимся мы вот тут, идем мы вон туда. Ну, в Рязани мы находимся. Я не знаю, где это. Что это за место? Там, как-то.
квас в разлив. Нет, это нет. Да я знаю, что это не тот квас. Вон туда, наверное, с той стороны. Ой, а тут тоже дорожка, или тут тоже можно? Нет? Там забор. О, так это на той стороне еще, что ли? На той стороне. Не-не-не-не. Это на той стороне. Показывай. А как нам туда переходить? Как нам перейти? А, вот тут дорожка, и там дорожка. Все, тут пешеходный. Нет, пешеходный. Ой, коленки как болят. Одна коленка, которая нажимала на педаль. Почти не успал, потому что ты спал. Я не спал. Я... Это вообще было справедливо все. Потом я спал больше. Вначале чуть-чуть, и все. Как это дома. А где вход? Вон дверь. Адрес, адрес. Ага. Ха-ха-ха.